Ну вот я дочитал до конца ваше произведение, вот, и оно, так сказать, тут все вполне понятно, мысль ваша сводится к тому, что имеет место взаимодействие, и в одних случаях бывает то, бывает в других случаях все, в разных ситуациях. Я думаю, что если дело сводить к ситуациям, просто к ситуациям, то вот во всех, при разрешении тех или иных противоречий, сыграть свое, может что, играть сила воли, натиск, наступательность, твердость, решительность, это совершенно правильно. Вот, скажем, в больших каких-то битвах, когда речь идет о каких-то действиях больших масс людей, то здесь героизм там, отдельных лиц может сыграть решающую роль. Это правильно. То есть вот то, что вы говорите, конечно, имеет место в отдельных, так сказать, эпизодах и в отдельных частных моментах. Но это же не просто частный момент. Я же привела пример влияния обратного идеологии на экономику, и это не такой частный момент. Нет, вы привели пример другой. Вот я прочитал, у вас тут речь идет не просто об обратном влиянии, а вы пишете об определяющем влиянии. Ну да. Обратное влияние, конечно, ты есть. Что, определяешь? Вот если речь идет об обратном влиянии, тут даже мы не спорить тут не должны, потому что обратное влияние есть всего. Поскольку речь идет об общественной деятельности и общественной жизни, ну, абстрагироваться от влияния сознания, идей, мыслей, там, политики, идеологии на все процессы совершенно невозможно. Так вот, да, и даже вот в том примере, который... В том примере... Не торопитесь. В том примере, который я вам начал приводить, вот с ситуацией после революции Октябрьской, в течение всего переходного периода, начиная с октября 17 года и до построения социализма, то есть до середины 30-х годов, решающим была не экономика, определяющим. Вот на этом отрезке. Почему? Ну, потому что экономика буржуазная разрушена, или она сначала существовала, а из этой буржуазной экономики надстройка политическая переделывала эту экономику, пока не получила экономику другую. Прямо предположим. Дело в том, что вот из феодального производства буржуазное производство вырастает стихийным образом. Вот есть у Ленина такая книга «Развитие капитализма в России», это третий том. Там показано, как из феодального производства, само собой, развивается производство капиталистическое. А социалистическое не может, потому что это диаметрально противоположная форма производства. И вот надстройка на этом этапе, на этапе переходного периода, она играет тут определяющую роль. Но, и даже в этом случае, хотя она является определяющей, но сама-то надстройка, она уже определилась классом. И класс выполняет эту самую миссию. То есть, если мы, вот вы там так отнеслись к этому, к пониманию класса, то есть, или используем здесь понятие, а если вы берете базис, то он иначе как через класс никак на общество не влияет. Ну, как вы себе представляете завод, производственные отношения, как вот этот завод повлияет на идеологию? Что, вот заводская идеология? Или промышленная идеология, или сельскохозяйственная идеология. Хотя у нас есть такие рассуждения, что вот мысли делят не по тому, мышление делят не по тому, как мыслят, там, скажем, формальная логика, диалектическая логика, а по предмету мышления. Тогда получается математическое мышление, экономическое мышление, слесарное мышление, токарное, животноводческое мышление, дальше далеко уйдем. То есть, а как вот воздействует это вот самое бытие? То есть мы в бытие находим экономический субъект, а именно это опять-таки отдельные люди влияют, а определяющим может быть только какой-то один субъект экономический, какой. И он называется не просто класс, а господствующий класс. Причем господствующий класс, если он господствует экономически, он добивается своего политического господства. Но может быть и обратное, вот тот случай, который мы взяли. Если класс получил политическое господство, то он... Какое его положение в производстве? Его положение в капиталистическом производстве в течение переходного периода остается неизменным. И он, после того, как поменяется его положение экономическое, его интересы не поменяются. Ну, скажем, у рабочего класса экономические интересы, то есть что ему выгодно, сводится к тому, чтобы
создать общественную собственность, создать социализм и полностью уничтожить деление общества на классы, так? Что происходит с интересами рабочего класса по мере того, как вот идет переходный период? Они не меняются. У всех меняется. Исчезает класс мелких буржуа, исчезает класс буржуазии, исчезает там патриархальное хозяйство, кооперируется крестьянство. А рабочий класс что происходит с интересами? Ничего не происходит. В смысле того, что он как вот был заинтересован в этом процессе, так он остается в этом процессе заинтересованным. Поэтому не так дело обстоит, что вот держится все на какой-то там на отдельных идеях. Вот представьте себе, с какой борьбой это связано. Это связано с гражданской войной. Если это позиция армии в гражданской войне опирается только на идеи, то это довольно хрупкая позиция, а не на экономическую силу, не на экономические интересы. Вот что, вот если мы будем объяснять победу Красной армии в гражданской войне, мы вот будем объяснять ее идеями, что и у Красной армии были идеи светлые, а у этих у белой гвардии темные, и тогда красные победили белых, так? Как-то это не так. А я предложил вам другое объяснение. Если Красная армия победила белую, сначала надо разобраться в классовой структуре армии. Потому что это уже массовые такие явления. Скажите, пожалуйста, кто составлял основную массу красноармейцев? Как, представители какого класса? Рабочие. Крестьяне. Да нет, ну что, рабочих в России было меньшинство. Это же массовое было деление, почти вся страна разделилась, поэтому как большинству основную массу Красной армии составляли крестьяне. Ядром Красной армии были, конечно, рабочие, но основную массу, конечно, крестьяне. Теперь, если вы возьмете теперь белую армию, основную массу белой армии составляли... Нет, опять не так. Ядро белой армии составляли вот эти белые офицеры, и там представители, может, помещичьего класса, там, скажем, буржуазного класса, но все равно основную массу составляли крестьяне. Как это происходило? А происходило это так. Началось сначала, как известно, Краснова отпустил Ленин под честное слово офицера, что он не будет поднимать ни восстаний. Он первое, что сделал, поехал сразу на Дон и стал там создавать белую гвардию. Началась гражданская война. Но сначала война велась как добровольческая армия, с одной стороны, белая, и красногвардейцы, Красная гвардия с другой стороны. Обе стороны через некоторое время пришли к тому, что невозможно победить, только имея добровольческую армию. И перешли к призыву. К призыву. Как это выглядело на практике? На практике мы пришли в ваше село. Пришли белые. Так, пойдете в белую гвардию или к стеночке поставим? В соседнее село пришли красные. Та же самая история. Пойдете в Красную армию или к стеночке поставим? Что такое мобилизация? Мобилизация всеобщая. Она же не добровольная. Это не добровольческая армия. Это вас мобилизовывают под страхом смертной казни. Или вы идете в армию, или нет. А вот поэтому сформировалось путем мобилизации. Вот кого смогли мобилизовать таким образом, красные образовали Красную армию. Те, кого смогли мобилизовать, белые. Называли белую армию. И вот теперь они воюют. Причем воюют, и если вы представляете там ход развития этой борьбы, то вот Деникин чуть было уже со своей белой армией не подоходит к Москве. И вот тут начинаются вот те экономические явления, за которыми нужно следить. Что делает Деникин? Значит, большевики получили влияние большое среди крестьянства благодаря чему? Они что, свою программу объявили и привлекли? Или они взяли на вооружение эсеровскую программу? Не помню. Не помню. Значит, крестьяне требовали, чтобы земля была ничей, то есть государственной, и чтобы земля была разделена по едокам, помещичьи. Потому что помещики после ликвидации крепостного права на самом деле сохранили всю землю. Немножко отрезали крестьянам. Но крестьяне не могли ни скот нормально пасти, ни земли у них не хватало для производства. Поэтому большевики выступали за ликвидацию этих отрезков, того, что отрезали у крестьян. А вот эсеры выступали за то, что надо разделить по едокам.
Большевики говорили, что мы если разделим по едокам, то рынок постепенно снова приведет к тому, что будут богатые и бедные, будут снова кулаки, снова бедняки, середняки. И тем не менее, в момент революции большевики взялись реализовать вот эту прайсеровскую программу, разделить землю по едокам. И разделили. И сразу после взятия власти совершили этот очень крупный экономический, политический, экономический акт. Раздали землю крестьянам. Крестьяне получили землю по едокам. Если у вас 8 человек в семье, 8 частей, если у вас 2 человека, 2 части получите. Все, землю разделили. Все. Закончился процесс. Что стал делать Деникин? Деникин был представителем помещичьих интересов. Он двигался, отнимал землю у крестьян, восстанавливал собственность помещичью и вешал крестьян по ходу дела. И вот он с этим идет, дошел он с этим почти до Москвы. И вот тут изменилось, конечно, настроение в армии. Во-первых, раз это была мобилизованная армия, то есть все зависело от того, куда крестьянство поведется. Крестьянство в Красной армии, крестьянство в Белой армии. Как одни будут воевать за Красных, а как другие будут воевать за Белых. Поскольку крестьяне поняли, что у них отбирают землю, и у них наступает Белая гвардия на их экономические интересы, они повернули против белогвардейцев. То есть изменилось настроение вообще в армии. Борис Николаевич, у меня лекция, не могу сейчас говорить. Изменились настроения. Красная армия стала побеждать. Снова отбирать у помещиков землю. Снова, так сказать, раздавать ее крестьянам. И дальше неуловимый был уже, неостановимый пошел процесс ликвидации этого дела. Вот. То есть, вот как это выглядело с точки зрения связи вот таких политических процессов с экономическими. Дело в том, что вот я вот рассматриваю то, что вы написали, должен сначала высказать аргументы в вашу пользу. А аргументы в вашу пользу таковы, что вот Маркс и Энгельс здесь не столько доказывают, сколько провозглашают. То есть вот здесь, в этой работе немецкой идеологии, нету обстоятельного доказательства того, и вы поэтому и увидеть не можете, а на слово не хотите верить. И совершенно правильно. Нет тут обстоятельного доказательства того, что это действительно так. Тут есть четкое и ясное выражение этого, и четкое и ясное, так сказать, последовательное проведение этого принципа. Но где доказательства? Доказательства, вот, собственно говоря, после «Капитала» Маркса можно считать вот этот принцип, определяющий роли материального производства во всем общественном развитии, только после «Капитала» Маркса можно считать, что вот этот принцип исторического материализма, что во взаимодействии, обратите внимание, во взаимодействии материального производства и других общественных сфер, а взаимодействие, конечно, предполагается обязательно обратное влияние того одно на другое и другого на это. Во взаимодействии производства и других сфер общества определяющим является производство материальное. И это стало доказанным после «Капитала» Маркса. И в этом, так сказать, роль Маркса и состоит. А вот это вот произведение, которое мы с вами изучаем, оно в этом смысле является интересным особо, как первый проблеск, и как, так сказать, явное и яркое выражение той позиции, которая нуждалась потом в дальнейшем обосновании и доказательстве. Наконец, вот если вы возьмете, допустим, небольшую работу Энгельса, которую я уже называл, «Происхождение семьи, частной собственности и государства», вот, и сравните с размером вот этой работы, то я хочу вам сказать, что та работа более доказательна с точки зрения вот этого отстаивания, проведения этого принципа, поскольку он берет Энгельс и идет по всем эпохам, расследует все эпохи обстоятельно, ничего не пропуская, рассматривает весь процесс до капитализма включительно. И показывает, что какую бы он форму производства ни взял, не отдельные битвы там, или какие-то столкновения в масштабах или в рамках той или иной эпохи, а когда он берет движение в целом развития общества
за весь период от первобытного коммунизма до современного капитализма, он показывает, что везде прослеживается примат вот этого самого производства. Причем не примат только материального производства, вот так как здесь. Здесь, правда, тоже говорится и производство людей. А прямо подчеркивается производство и воспроизводство непосредственной жизни. То есть человека и материальных благ. А вот с точки зрения того, как понимается и как можно вообще понимать это воздействие, оно идет только через класс. Именно потому, что класс – это понятие экономическое. То есть, если вы хотите показать влияние, вот здесь, оно, кстати, не раскрытое в этой работе, если вы хотите показать влияние экономического бытия на остальные процессы, а как вы это покажете? Никакое производство, как производство, не влияет на идеологию непосредственно. В производстве находятся классы, эти классы определяются производством, и один из этих классов является господствующим, а другой – класс является подчиненным. Тогда государство является государством какого класса? Господствующего. И оно не вообще некое образование идейное или просто там сугубо политическое. Это орган класса, который применяет силу для охраны, для защиты и осуществления интересов господствующего класса. И это не важно, какой класс господствует. Значит, в истории это были либо класс рабовладельческий, а иначе как меньшинство эксплуататоров может навязать свою волю и свои интересы большинству эксплуатируемых. Рабов-то больше, чем рабовладельцев. Значит, чтобы меньшинство рабов могло держать в подчинении меньшинство рабовладельцев могло держать в подчинении большинство рабов, для этого нужно применить силу, а силу нужно применять не случайным образом, кому как надо, что ляжет, а систематическим образом. А вот такая систематическая организация насилия для защиты интересов класса называется государством. А вот теперь государство ничего не может делать, если оно идейно не выразит интересы этого класса, который он собирается защищать. Идейное выражение интересов класса называется идеологией. Идеологией. А вот если вы возьмете область уже культуры, то как раз в этой области культуры можно сказать, что угасает классовая борьба. Как она, кто, чем руководствовался, какие мысли были у того, кто писал эту картину, это совершенно не важно. Важно, что получилось. Например, скажем, как Ленин оценивал Льва Толстого, что это, так сказать, глыба, так сказать, матерый человечище. Так? Что это вот, наконец, вот еще в нашей, так сказать, литературе до Льва Толстого не было крестьянина. Вот он появился. Но а воззрение самого, теоретические воззрения Льва Толстого, они совершенно не такие. То есть одно дело Толстой художник, а другое дело Толстой как вот представитель идеологии. Ну, мало ли, какая у него идеология. Не проявление злу насилием, он, правда, воевал с церковью, его отлучали. Вот. Он, надо сказать, однозначно, вот если взять его публицистические произведения, выступал с критикой такого положения, когда одни люди только потребляют, а другие только и делают, что создают средства потребления для других, то есть эксплуатации. Но это, так сказать, вопрос, так сказать, его теоретических воззрений. Так, Ленин так их определил, что это помещик, юродствующий во Христе. Вот теоретические воззрения Толстого. А как художник, он великий художник, величайший художник мировой величины. Вот то же самое, скажем, ну, в наше время, то мы можем сказать, вот Сахаров стоит ему в памятник. Как хороший памятник, безобразный. Вот. Я уже говорил, что его у нас и называют утопленник, что якобы его Елена Боннер била. Значит, бросила в пруд, связав руки. Потом его зеленый достали, и так не очистив, а то, что ставил памятник, наверное, мог бы позаботиться, чтобы потянуться снять, и чтобы он бронзовый был, а он зеленый так и стоит, сохнет на камешке. Но он же был герой социалистического труда и очень крупный физик, который сделал большой вклад в разработку ядерной программы и в обеспечение ядерного щита Советского Союза. Поэтому он заслуживает как физик и как это дело его жизни, там он специалист. А что касается политики, там он в этой политике, так сказать, человек
дилетант. И поэтому дилетантов строго судить и не надо. Сейчас даже модно бывает, вот говорят дилетанты, мы дилетанты, тем не менее, по всем вопросам высказываются, а в случае чего начнешь их ловить на том, что они дилетанты, так мы же дилетанты, мы так просто высказались. Дескать, не надо нас судить строго. И не надо судить строго дилетантов. Или там, скажем, можно не соглашаться с Ростроповичем, с его там политической позицией. Он там выступал у Белого дома, поддерживал Ельцина. Но он музыкант-то хороший. Ростропович прекрасный же музыкант. Прекрасный. Вот вы играете хорошо, и дальше говорите все, что угодно в области политической. А вот к политикам другое требование. Политик, если он политик, так тогда его надо судить по полной мере. Если он политик, занимает реакционную позицию, надо его разоблачать, как говорится, реакционного политика. Ну а какие же требования проявляются к деятелям культуры? Вот культурологи так не должны делать. И я думаю, что это примитив, когда не учитывают разницу между постижением в образах, что составляет искусство, и постижением в понятиях. Вот мы в области науки находимся с вами, мы же не деятели культуры, и вы не деятели культуры, вы культуролог. Логос – это знание, то есть вы находитесь в сфере науки, и поэтому мы с позиции науки вот эти вопросы решаем. Но если это было бы, так сказать, совсем другое дело, то есть вы бы были представителем из области культуры, требовать от представителя культуры, чтобы он во всем этом разбирался, особенно в силу разделения труда, когда ему надо решить, либо он будет заниматься, так сказать, музыкой или пением, или он будет изучать вот немецкую идеологию или другие какие-то произведения. Конечно, мы должны учитывать, что если это представитель сферы культуры, то главное его дело – это то, какой он вклад внес или вносит в развитие культуры, то есть постижение в образах. И человек, который находится в сфере культуры, может очень много сделать для того, чтобы люди правильно понимали жизнь, но через образы, а не через... Хотя он в области науки, может быть, совсем, так сказать, никакой серьезной величины не представляет. Тут есть разделение труда, о котором Маркс и Энгельс тоже говорят, что пока до его преодоления еще очень далеко. Никакого другого, так сказать, воздействия на общественную жизнь, производство, иначе, как через интересы классов, просто не может сказать. То есть вот другое дело, что у Маркса и Энгельса это не очень выражено, а у Ленина это выражено более уже определенно и строго. Ленин пишет, что есть такая у него работа, по-латински написано «cui prodest», кому выгодно, где он пишет, что люди будут глупенькими жертвами обмана и самообмана политики, пока они за всякими заявлениями, программами не будут различать интересы известных классов, пока они не будут ставить вопрос, кому выгодно. То есть, что там, кто как себя вел, что он говорил, что он при этом думал, какие у него были намерения, это все детали. Важно, что в интересах какого класса это действие. И с этим связана политическая борьба. Потому что что такое политическая борьба? Политическая борьба – это борьба, классовая борьба за завоевание, укрепление и использование государственной власти. Удержание и использование государственной власти в интересах этого класса. Все, так сказать, общества, с которыми мы до сих пор имеем дело, кроме первобытного общественного коммунизма, все классовые. И даже, скажем, в первой фазе бесклассового общества, социализм, все равно в ней еще классы остаются, деление на классы еще остается, и еще деление на классы не определено. Поэтому, к сожалению, хотелось бы рассматривать это вот общество без этой призмы классовой борьбы. Но это рассмотрение будет абстрагированием от вот того самого, что определяет ее ход, ее развитие. Далее. Это в политике так. А дальше идеология. А идеология что такое? Каждый класс имеет свои интересы. И поэтому по тому, какому классу эта идея выгодна, мы делим идеологии. Сколько идеологий в современном обществе? Две всего. Пролетарская и буржуазная. А есть третий класс, мелкой буржуазии. Он вроде бы как, он и трудящийся, он и собственник, он и трудится, поэтому мы его уважаем, и он стремится к тому, чтобы стать настоящим хозяином. Есть такая третья идеология? Нет третьей идеологии, потому что у него кашеобразная идеология. Это смесь пролетарских и буржуазных идей. Поэтому в области идеологии
в той области, которой, так сказать, там, где решается вопрос о том, что делать, не вопрос о том, как описывать. Это уже другая совсем. Это область не идеологии, это область культуры. А когда решается вопрос, что делать, когда идеи, которые отличаются от других мыслей тем, что это мысль, направленная на преобразование мира, в каком направлении преобразовывать? Естественно, что если идет классовая борьба, и она пронизывает общество, то один класс выдвигает вот такую идею, другой класс противоположный. Даже если он молчит и не выдвигает, есть идеологи класса. Скажем, те же самые буржуа, они заняты производством не до выработки идеологии, их вырабатывают ее идеологи этого класса. Те же самые рабочие, им тоже не до выработки идеологии, потому что вот там Ленин прямо пишет, что в работе что делать, что самостоятельно рабочий класс не может выработать в силу условий жизни своей пролетарской идеологии, потому что идеология вырабатывается по форме как выражение класса, а по смыслу, по содержанию, как дальнейшее развитие науки. Пролетарская идеология же не является какой-то отдельной идеологией, которая выскочила неизвестно откуда. Пролетарская идеология включает в себя все те наработки, которые были сделаны в лоне буржуазного общества. Поэтому она в этом смысле снятие буржуазной идеологии, а не зряшное ее отрицание, так сказать, с отвержением всего того, что было. Скажем, на чем зиждется марксизм? На английской политэкономии Адам Смит, Рикардо Мальтус. На гегелевской диалектике, хотя Гегель сам же он абсолютный идеалист, а не материалист. И третьим источником мы называем социалистов-утопистов. Это Сен-Симон, Фурье и Оуэн. Но они именно утописты, то есть они мечтали об этой счастливой жизни. Они высказывали такие цели и намерения, но они не связывали как раз ни с каким классом. Поэтому к этой жизни никакой дороги от них и не шло, и не вело. Поэтому их вот этот социализм не является научным, а научным. Вот вы такое замечание делали, вот класс, вот как с ним связывать. Какой социализм стал научным, который связал именно с интересами класса, что определенный класс, а именно рабочий класс, является той материальной силой, которая разрушает капиталистическое общество, не материальное благо разрушает, а разрушает те общественные отношения, которые делают общество капиталистическим. И создает новые общественные отношения, коммунистические. Вот, собственно, вся суть этого самого марксизма. То есть, в чем наша задача? Наша задача не в том, чтобы кого-то сагитировать там за марксизм или против марксизма. Скажем, и я такую задачу не могу ставить, и ни в коем случае при оценке там ваших знаний такая цель не может стоять. У нас задача научная и образовательная. А вот в чем, так сказать, содержание марксизма, это мы должны знать. В чем содержание других позиций? Потому что я могу знать и это. Я должен, если вы меня спросите, в чем содержание солипсизма, я вам тоже должен рассказать. А в чем содержание абсолютного идеализма, тоже я вам должен это рассказать. Это же требуется и от вас. То есть мы должны знать различные течения общественной мысли, а уже какой мысль, какого течения придерживаться, ну это вообще вопрос. Это личного, это личной воли и решение того, кто вступает, там, сказать, в жизнь и хочет занять определенную политическую, идеологическую позицию. А некоторые вообще не хотят занимать никакой позиции и говорят, что мы политикой заниматься не будем. Хотя политика показывает каждый раз, что если вы не будете заниматься политикой, политика будет заниматься вами и за вами придет. Так что человек может оказаться в положении щепки, которого, так сказать, выбросят на обочину, так сказать, общественной жизни. Поэтому в этом смысле сознательное, так сказать, действующее, занимающее любую позицию, человек, он более твердо стоит на ногах, чем человек, который от этого отстраняется. Вот Ленин это излагал так. Если, говорит, в революционное время вы не встанете на ту или на другую сторону, вас изобьют и убьют. Ну а другая мысль аналогичная такая, что вот баррикада – это такое место, по которому хуже всего прокладывать тропинку, по которой ходить. Потому что если вы будете ходить по баррикаде, то есть между двумя борющимися сторонами, в то время, когда два класса борются, противоположных, между собой, и эту борьбу вы остановить не можете, потому что у них экономические интересы противоположные, и тут мы ничего не можем сделать. Как бы мы ни хотели,
Что бы мы ни говорили, мы можем кого-то убеждать, но они противоположны. А раз они противоположны, значит, если вы построите свою ходьбу по этой самой баррикаде, то вот это самая плохая тропинка, потому что стреляют с обоих сторон. И эти будут не вами недовольны, и те вами недовольны. И поэтому вот судьба вот этих путанников, которые пытаются удержаться от такой позиции, что они не за этот класс, не за другой, она плохая. Лучше выбрать себе позицию какого-то класса. Хотя, что касается представителей вот нашей сферы, сферы идеологии, совершенно не одно и то же, так сказать, какую-то занимать теоретическую позицию класса или самому принадлежать к этому классу. Никто из ученых, никто из политиков, ни к рабочему классу, ни к буржуазии не принадлежит. Ни к мелкой буржуазии не принадлежит. А, тем не менее, их классифицируют потому, интересы какого класса они в политике, в идеологии или в науке даже отстаивают, кроме математики. Потому что, как говорил Ленин, если бы математика затрагивала бы интересы классов, то значит, по поводу разных теорем шла бы очень бурная борьба. Но она никак не затрагивает интересы классов, поэтому там все это угасает. Кто вообще хочет попасть в такую сферу, где не действуют интересы классов, идите на матмех. Вот я 5 лет учился на матмехе, получил диплом с отличием. И констатирую, никакие интересы классов в сфере математики абсолютно не действуют. Гомоморфный образ группы, изоморфен фактор группы по ядру гомоморфизма. Или число А называется пределом последовательности xn, если для любого, сколь угодно малого положительного числа эпсилон, найдется такое n большое, что для всех n больше n большого, xn минус а по абсолютной величине меньше эпсилон. Вот и все. Вот какие тут интересы классов. Это определение предела, которое, так скажем, у человека уже без соответствующей подготовки, как правило, и не повторит. Там тоже, или я бы даже не столько тоже, тоже есть очень сложные и трудные вещи, но они не связаны с выражением каких-то экономических интересов. А мы говорим о других сферах. Вот что я могу сказать по поводу вот этой вашей работы. И в целом, конечно, я оцениваю ее положительно. А ваше уже дело, а так или иначе отнестись к тем замечаниям, которые я делал. Как надо относиться к замечаниям, которые делает? Учитывать. А слово «учитывать» очень хорошее. Меня учили так. Вот декан экономического факультета Моисеенко, с которым мы написали 4 книги совместных, он, в том числе и такую книгу издали на китайский язык, переведена «Математика в политэкономии». Он говорит, Миша, говорит, выслушай и сделай по-своему. Первое очень важно, особенно для, когда ты имеешь дело с представителями старшего поколения, для них самое страшное, что с ними не хотят их выслушивать. Выслушали, так, киваете, вот я вам говорю, а вы киваете, и все. А дальше, когда вы свободный человек, как вы считаете нужным делать, так и будете. Правильно? Поэтому, во-первых, не надо никогда бояться выслушивать спокойно то, что говорят. Пусть говорит, пусть врет, пусть обманывает и так далее. В следующем сезоне, как вы относитесь к тому, что говорят. А потом человек должен решить, как, потому что он отвечает, он, вы лично отвечаете за ваши действия. Не сказать, а вот меня заставил, или там, меня толкнул там такой-то или сякой. Человек самостоятелен, и он должен чувствовать себя самостоятельным, в том числе и в сфере идеологии, безусловно. Поэтому, а у нас, так сказать, вот образование. А выбор, так сказать, позиции, политической, идеологической, он за конкретным человеком всегда. Так, ну вот, спасибо вам за, так сказать, то, что вы эту работу проделали. А? Да, зачет будет нечто подобное, только что раньше я ничего вам особенно доказывать уже не буду и обсуждать. Вот я посмотрю, что вы написали, а решать-то буду я. Понятно, да. Здесь-то я вам объясняю, почему так, вот не так. Ну, в общем-то, зачет, если у нас будет время, я, может быть, буду что-то такое говорить, а вот зачет, не зачет и весь разговор. Ну, я думаю, что в какой-то мере
Буду меньше, конечно, о масштабах и объемах. Почему? Потому что время зачета у нас не такое, как на... Вот здесь у нас есть время. Почему нам не потратить время вот на вас лично, когда есть такая возможность? Там вот Екатерина Кукушкина принесла, мы, так сказать, разбирали ее. Вот вы принесли, не принесет человек. И не будем, я не буду на него тратить время наше общее на анализ этого дела. Хотя этот анализ, он носит и характер для всех полезный, потому что все люди, которые это... видят, как это разбирается, ну вот они видят, к чему я там придираюсь, как можно считать, или что я считаю там, так сказать, к выражениям некоторым, к понятиям и так далее. Если человек хочет получить зачет, он, соответственно, должен учитывать, в том числе и как будут принимать этот самый зачет. Поэтому, а у нас сейчас действие какое было? Безответственное. В каком смысле безответственное? Ну, что хотите, то и написали. А я что хотел по поводу того, что вы написали, и сказал, а что из этого следует? А ничего. Да, это будет нормально. Я считаю, что у вас нормально написано. То есть там, ну как бывает, вот даже, представьте себе, вы написали докторскую. Вот сейчас я только что вчера зарегистрировал, отнес свой отзыв официального оппонента на докторскую диссертацию по гегельской философии товарища Протопопова. Ну, как вы понимаете, я же недостатки там отметил. Я обычно пишу так, что вот отмечены недостатки. Не снижают общего высокого уровня. Работы в целом она заслуживает. Конечно, за такую работу вполне можно поставить вам зачет. То есть вы подумали, у вас есть, так сказать, мысли, вы их аргументировали, доказывали, как могли. Да. Вот. Так что вполне нормально. Вполне нормально, но мы на все вот наши учебные дела смотрим как на некоторые ступеньки, которые мы, наверное, еще преодолеть, сделать и так далее. Если есть такая возможность, то мы еще продвигаемся. Причем вот, количество людей, которое у нас небольшое, предполагает, что здесь, вот в этом курсе, на этих занятиях больше занятий индивидуальных, в смысле того, с учетом вашего индивидуального понимания. Там другой человек, уже какие-то у него другие там аспекты. Ну, кто мне не принесет свою бумагу, я его преследовать не буду, не принес, ему же хуже. Правильно? Он же, ну, с ним даже не будут специально заниматься. Только и всего. Он попадет под общую раздачу. Вот сейчас приходили из деканата, уже интересовались меня, а где они? Да. Да, вот сейчас приходил, вот, когда вы там сидели, вот сейчас приходил из работы из деканата, да. Так что тут тоже надо как-то... А он спрашивает, все остальные? Да, где? Ну, то есть как-то нужно, чтобы люди... У нас же все, можно это все нормально сделать в университете. Ну, поставили известность, все, что в следующий раз там меня не будет, потому-то, потому-то. И что, думаете, я буду затаскивать обратно, где этого нет? Наоборот, мы организовали так нашу работу, что с учетом нынешней жизни, когда некоторые все работают, зарабатывают деньги, другие в ночь, работают днем, спят. Есть такое? Есть. Я же знаю сейчас. Как? Я же понимаю, что на стипендию 1452 рубля не проживешь. Или неделю не проживешь, или, так сказать, если бы это было так, то это мы с вами встречались в последний раз. Так что это надо понимать, что это такова сейчас жизнь. Вечерняя у нас закрыта, а дневников перевели тем самым вечерников по многому. Ну, тех, кто приходится работать кому, правильно? Заочное тоже, так сказать, оно свернуто очень сильно. А вечернего-то нету. Мы занимались людьми. Даже специальный вуз, который у нас был, завод в ТУС, на металлическом заводе, и тот присоединили к политехническому университету и закрыл. Почему закрывают вечернее отделение? Я ничем положительным это объяснить не могу. Те люди, которые... Люди, которые этим сейчас руководят, идея их, позитивной идеи там не вижу. Если идет негативная идея, закрыть побольше вузов закрыть, чтобы меньше на них тратить средств. Но для тех людей, которые не занимаются производством, эта идея нормальная. Вот сейчас у нас государственная власть слабо занимается производством. У нас нет программы развития производства в целом. Нет программы развития российского производства в целом. Есть какие-то отдельные программки по частным моментам. Поэтому, когда не хватает денег, это значит, что производство-то развивается медленно. У нас что, рост производства сейчас или падение? Ну, если падает производство, откуда возьмешь деньги на
А с другой стороны, вот только что принято решение, что для руководителей государственных корпораций не обязательно представлять сведения о доходах. Настолько маленькие стипендии и настолько бешеные зарплаты руководителям госкорпораций, что вот согласно вот постановлению, которое принял товарищ Медведев, буквально на этой неделе, для таких руководителей, как, скажем, Сечин, руководитель РЖД Якунин, обязательно является представление сведений только правительству, а чтобы народ не видел. Потому что народ увидит, наверное, умрет. Как-то у него сердце остановится, когда увидит таких. Тем более мы видим, что, скажем, одни только взятки и прочее представляют такие суммы. Ну, 14 миллиардов пропало, видите ли, при строительстве космодрома. Это космодром, это военное дело. Как может пропасть 14 миллиардов? Что это такое? 14 миллиардов, если направить в образование, как вы понимаете, ничего не надо было закрывать. То есть это естественный процесс. Если производство будет падать, вся духовная сфера будет тоже гнить. Потому что бесполезно. Как вы ее повысите? Как можно повысить зарплаты преподавателям, допустим, или стипендии студентам, если производство падает? Только понизить можно. Никто подарки нам не сделает, никакие другие страны. Вот вам эта же роль производства определяющая тут проявляет по отношению к духовной. Вы занимаетесь духовной, все, нету средств, разгоняют, увольняют. В Москве 1500 врачей, опытных врачей уволили. Думаете, они не работают, а они пошли бы в платную сферу. Или вот сегодня я газету сегодня купил. Сегодня сообщается о том, что вот какой доход в частных родильных домах. Колоссальный доход, а платить должны эти самые женщины по 800 тысяч. То есть здесь врачей сокращают, там где бесплатные, они переходят куда? В сферу платных частных учреждений. И, так сказать, люди следят, собирают все деньги тогда, когда и так, когда человек, так сказать, там, рожает ребенка, в это время он не работает, поэтому особое, так сказать, положение в смысле бюджета. И в это же время надо вот такие деньги страшные отдавать. Да, доходы колоссальные в этой сфере. Колоссальные. В сфере платной медицины. Или если вы возьмете там фармацевтику. Тоже сфера такая. Кто больше всего обращается в аптеки? Больше всего обращаются в аптеки пожилые люди. Какие доходы пожилых людей? Самые низкие. Это пенсионеры. То есть пенсионеры получают лекарства по 1000, по 1500 и так далее. И они умирают от голода просто элементарно. А им говорят, обязательно весь курс использовать и так далее. Вот тут, если вообще производство является решающим, то тут просто видно, что если производство будет валиться, или вот так будут к нему относиться, что ему вот, только даже кредиты не дают производству, не дают, кредит государства, есть деньги наши с вами, они не даются производству. Или даются по 25%. Представляете, 1000 рублей берешь, а тебе 250 рублей забирают. Что это за кредитование? Грабеж среди бела дня. Хотя, есть ведь и другое решение, очень простое. Вот представьте, что все имеющиеся банки в один прекрасный день превратить в отделение одного центрального банка. Сразу вот эти 10% улетели денег, на которые они добавляют. Теперь деньги у кого какие были, те так остаются, у вас стояло, 3 рубля лежало, оно в банке так и лежит. Но в отделении уже, а у меня был миллиард. Миллиард лежит. То есть это не затлагивает население. И это можно сделать очень просто, выкупив там контрольный пакет. Потому что активы банков, то есть чем они распоряжаются, огромные там миллиарды. А сама сумма в уставе этого банка, она ничтожная. То есть они чужими деньгами оперируют. Или население, или государство. Скажем, раз, и после этого не под 14%, а под 1% выдайте кредит производству. И производство пойдет. И мы все разбогатеем. А в некоторых странах сейчас в условиях кризиса есть отрицательный процент. Что значит отрицательный? Вы пришли к мне, государству, и говорите, дайте мне, пожалуйста, 500 миллионов на развитие такого-то производства.
Государство заинтересовано в развитии такого производства? Заинтересовано. Если оно заинтересовано, я вам даю 500 миллионов, и еще отдавать будете мне минус 1%. То есть сотую часть отдавать не будете, отдадите меньше. Вот и все. Потому что вы внесли вклад в развитие всего производства общественного. Не я внес вклад, а вы же внесли, потому что я-то вам просто деньги дал, а вы-то, допустим, организовали производство, наладили, снабдили людей там, тем, что необходимо для удовлетворения их потребностей и так далее. То есть даже отрицательный процент используется всеми, кроме нашего вот этого дорогого, нашего Центробанка во главе с мадам Набиуллиной, которые учили, что рынок все решит, и которая сидит на мешке денег, так сказать, и не дает развиваться нашему производству. Так, на этом мы сегодня закончим. Значит, дальше мы с вами все время отмечаем, куда мы должны идти дальше, что мы должны уже прочитать, чтобы у нас не задерживалось. Мы в прошлый раз говорили, что нам надо дочитать до духа, да, 164-й. Вот давайте у нас до 150-й страницы. Будем считать, что равно все прочитано. Нечистая история духов. 150, да? А? 150 страниц? До 150-й, да. Вот. Но я думаю, вы потом обнаружите, что вот по богатству, вот, так сказать, идеи, которые требуют такого детального осмысления, неравномерным является текст, потому что дальше пойдет речь о таких вещах, когда просто идет критика идеалистических воззрений, и такая очень жесткая критика со стороны Маркса и Энгельса. Ну, а с точки зрения такой развития позитивной идеи уже в меньшей мере. Ну, мы должны пройти, мы будем проходить постепенно. А что, то, что мы не успеем, вы прочитайте сами до конца, и все. Есть ли у меня вопросы? Да, наверное. Вот он там все время ссылается, говорит про этого Бруна. Я не понимаю, о чем он говорит, что он писал. Ну, понимаете, вот эти люди уже, этот Бруно умер, в смысле идейном. Можно пойти по такому пути, достать этого Бруно, значит, это все же можно пойти в библиотеку, взять эти работы, они на немецком языке, и вот потерять много времени. Если бы этот Бруно был Гегель, то так бы надо было и сделать. Потому что когда речь идет о критике Гегеля, то Гегель у нас напечатан в Институте Красной Профессуры в 25-м году на русском языке. Это было первое издание вообще на русском языке Гегеля. Потом в 36-м году «Наука логики», в 37-м, «Наука логики» была напечатана Гегеля в собрании сочинений Гегеля. В крупных библиотеках они есть. Пятый, шестой том, пятый том «Учение о бытии», а шестой «Учение о бытии о сущности», а «Объективная логика», и седьмой и шестой том – это «Учение о понятии». То есть вот Гегель у нас, вы можете, если его и критикуют, Маркс и Энгельс, то они его и критикуют, и в то же время его значение, так сказать, поднимают, и это все опубликовано. Вот эти, это все эпигоны, которые, так сказать, тогда они много шума сделали тогда в Германии, а после вот этой работы, после «Святого семейства», которое было опубликовано, они все сошли на нет. Поэтому... А? Ну, это вот они, как здесь и показано, хотя они выводили вот примерно то, о чем вы дальше пишете. Вот те товарищи, которых вы ссылаетесь, они вот это и пишут. И это все продолжается одно и то же. Что надо выводить или из религии выводили они все явления, или из идеи отдельных лиц. Вот и все. Так что тут ничего не изменилось. В этом смысле меняются лица, а деление такое вот. Изменилось оно больше вот в стороне материализма, потому что материализм, во-первых, не был такой развитой теорией. При Демокрите он был, но не развитым, правильно? А когда материализм стал более-менее развитой теорией? Только после Фейербаха. Но Фейербах, он не диалектический, поэтому в этом смысле тоже он не очень развитой теорией. То есть он развитой теорией стал при Марксе и Энгельсе. А идеализм, объективный и субъективный, все время существовал. И тут ничего особенного нового тут не появляется. Лица тут только меняются, а позиция та же самая. Спасибо за внимание.